Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даувир, фамилия моя Шакиржан. Магия – это работа над сознанием. Это мое изречение проходит под номером 71 в списке изречений Даувира Шакиржан. И это изречение является одним из постулатов, одним из аксиом той парадигмы, которая является каркасом моего учения. Все те, кто считает себя моими учениками или хочет стать таковыми, или уже являются учениками, для них вот это мое изречение под номером 71. Магия – это работа над сознанием, является важнейшей составляющей. На этом строится целая система видения мира, понимания устройства мира. Суть этого изречения заключается в том, что маг все время работает над своим сознанием, оттачивает остроту своих мыслей. Почему? Потому что мысль мага – это инструмент, способный резать ткань мироздания. Это тоже мое изречение, которое уже давно было опубликовано. И мы вот через какое-то время пришли к изречению номер 71. И у мага есть ответственность за его мысли. Потому что если маг что-то не так подумал, он потряс весь его окружающий мир. Именно на понимание важности контроля сознания на том, что мысль мага опасное оружие, способное нанести вред всем окружающим его людям, животным, вещам, явлениям, процессам, социальным каким-то устоям. Вот именно вот это понимание должно дисциплинировать мага, должно дисциплинировать сознание мага. Вот для чего нужно проводить работу над своим сознанием. Именно
такой смысл я вкладываю в свое изречение под номером 71. Магия – это работа над сознанием. На этом до свидания, до новых встреч!